Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня расскажу все, что знаю о ловле плотвы зимой в декабре. Многие советы работают не только в первый месяц зимы, но и всю зиму, поэтому запоминайте. Для хорошего улова мало надеяться на активный жор плотвы на все подряд по перволедью. Да, такое случается, но не всегда и не на всех водоемах. Как правило, чем быстрее утолщается лед, тем быстрее спадает на нет хороший клев плотвы. Поэтому, если в середине декабря лед не менее 30 сантиметров, то о какой активности может идти речь? Тут в силу вступают законы глухозимья. Но в целом, в любом случае, в декабре будет клевать лучше, чем в январе и феврале. Это факт. В первой половине месяца стоит поискать плотвичку на относительном мелководье, возле камыша и прибрежной растительности. Но тут есть плотва далеко не на всех водоемах. К примеру, знаю парочку карьеров, где плотва стоит исключительно на зимовальных ямах уже с ноября месяца и никогда не выходит из них, поэтому важно знать особенности водоема. На крупных реках и водохранилищах тоже неплохо клюет в начале декабря на небольшой глубине, в 1,5–2 метра, но в один прекрасный момент плотва может просто исчезнуть, а это значит, что искать придется глубже. Как и в случае с окунем, придется побегать, чтобы найти подходящую стайку. Сесть на первом попавшемся месте и надеяться на прикормку – это верх глупости. Так можно прождать весь день, а рыба так и не подойдет. Плотву мало просто обнаружить, ее еще нужно уметь удержать на точке. Бурим 5-10 лунок на расстоянии не менее 10 метров друг от друга, прикармливаем и облавливаем. В той лунке, где было больше всего поклевок, продолжаем ловить дальше, кидая закормочные шары каждые 15-20 минут. Тут же пробуем разные мормышки, мотыля и различную игру приманкой. Многие рыбаки ищут идеальную погоду на плотву зимой, но такой точно не бывает. Иногда лучше клюет в метели мороз, чем в тихий солнечный денек. Одно верно, что плотва не любит резких скачков изменений погоды. Сюда же относится и атмосферное давление. Плотва, по моим наблюдениям, лучше всего ловится с 8 до 11 утра. А затем после 2 дня может периодически как хорошо клевать, так и резко затихать. Одно я вам скажу с уверенностью. К каждому водоему нужно подходить отдельно и изучать его местные особенности. По плотве хорошо работают пылящие прикормки с мелкой фракцией. Эта рыба, особенно средних и крупных размеров, любит рыться по дну в поисках корма, наводя пыль и муть. Также плотва очень изменчива. Сегодня клюет со дна, а завтра кружится в более верхних слоях воды. И это тоже нужно учитывать. То же самое касается и метода ловли. Иногда плотвичка клюет на неподвижную мормышку с мотыльком. В другие дни предпочитает играющую наживку. При ловле мы применяем как магазинные смеси, так и самодельные прикормки на основе остатков печенья, панировочных сухарей и, конечно же, кормового мотыля. Мотыля кладите побольше, это залог успешной прикормки. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!